ничего не думаю, не слушаю, и мне насрать вообще. Что-то нравится, что-то случайно услышу по радио или там у кого-нибудь, вдруг понравится, запоминаю. А специально не ищу, не слушаю, не верю, и ничего, нет российского, нет такого. Ну, от Иостана жду, конечно, если я вот там встречаю какой-то новый альбом Металлики, то я, конечно, его покупаю. А от российской ничего не жду. Артем Мироненко, 50 рублей. Архип звучит как отмазка. Ты все-таки боишься осуждений? Нет. 250 рублей МИД, спасибо. Нет, это не отмазка, я не боюсь осуждений. Я просто объясняю, почему и что значит этот новый формат. Что значит? Это, знаю, это все равно, что у меня были очевидные вещи. Я делал длинные, потом я придумал новый формат, который нихуя не отличался от очевидных.